Певица Наталья Штурм наткнулась на шквал критики со стороны интернет-пользователей после того, как в своем микроблоге опубликовала свежее фото. На нем артистка запечатлена на берегу моря с оголенным прессом в коротком черном топе и с расстегнутыми рваными джинсами. Подписчики обратили внимание на обвисшую кожу исполнительницы в области живота. Такую, по их мнению, надо скрывать, а не выпячивать и подавать как достоинство. Живот сморщенный. Наташа, честно, не позорься. Живот отвратительный. Боюсь, что ваша талия от алкоголизма или что вы там употребляете. А грудь от хирурга, цитирует резкие высказывания комментаторов газета.ру. Наталья Штурм, в свою очередь, посоветовала любителям хейта завидовать ее фигуре молча, заверив, что она к липосакции и никогда не прибегала. При этом в сентябре минувшего года певица хвасталась, что ее параметры после пластики, височного лифтинга и липосакции стали идеальными, напоминает издание.